Когда ищешь маньяка, все примерно так и бывает. Все эти убийства не на шутку взбудоражили город. У меня ощущение, будто время повернулось вспять. Однажды ведь Салем уже погружался в пучину подобного безумия. Извините, но продажа билетов начнется только завтра. Сегодня вход по приглашениям. Мы так разоделись, и все зря. Может, ее можно как-нибудь уговорить? Я не могла выбраться, от огня спасения не было. Прошу засвидетельствовать, что это чудовищное дело рассматривается судом в законном порядке. Теперь ты, сестра Патнем, ты обвиняешься в преднамеренном убийстве своих 7 детей, которые, как ты утверждаешь, были одержимы дьяволом. Этот урод ответит на мои вопросы. Это неправда. Меня порочит собственное дитя, дьявольское отродье. Знаешь, что выносило отродье дьявола? Это вырвалось у меня в порыве гнева. Почему дерево до сих пор не сгнило? Я знаю, тут есть вещи и похуже, но ведь это правда ужасно. Скажи. Провести целый день в такой жуткой штуке? Я так скажу, это мало того, что неудобно. Вот именно. Даже не почешешься, если захочешь. Черт, над тобой все еще и издеваются. Я бы не выдержала. Их так на целый день оставляли? А воду пить давали?
Вот приковали тебя к столбу, а тебе вдруг захочется пописать. Ух ты, люди реально тут умирали. Я помню яркую вспышку, а потом ничего. Значит, это не было способом казни? Верно. Но кого-то ведь именно так и убивали. Ага. Признайся, ведьма, признайся в своих сношениях с силами зла, с самим дьяволом. Я тоже не очень понимаю. Сколько же человек все это устанавливало? Вот это самая жуткая смерть. Пришло, Абигейл Уильямс! Нет! Ты проклятие, Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Пьеса уморительная, но никто ее не понимает. Может, мне говорить басом? У меня просто голова кругом. Одно дело спектакль, но ведь люди и правда так жили. Да. Похоже, тебя за что угодно могли обвинить в колдовстве. Вы видели, сколько мигалок? Не знаю. Мы только что вернулись из Бостона. Может, Джим в курсе? Вот, смотрю я, значит, Джим, ты игру знаешь, патриотов? Из-за чего такой шум? Что? Убийство? Нет, я ничего не слышал. Ах да, это произошло у старого дома. Не знаю. Может, облава на наркодилеров. Там райончик тот еще. Шейла говорила, что она видела мигалки, и улицу перекрыли. Thank you.
Как я понимаю, так поступали не только с ведьмами. На этом месте мог любой оказаться. Тебя могли утопить за сплетни? Надо же. Сплетни — это плохо, конечно. Но чтобы уж так сурово. Интересно, их долго под водой держали? Думаю, достаточно. Почему дерево до сих пор не сгнило? Поезд перевозил боеприпасы. Он был как бомба на колесах. Ooh.
Отчего поезд сошел с рельсов, до сих пор не пойму. Поезд перевозил боеприпасы.
Он был как бомба на колесах. Но почему люди не читают, что написано? Сколько я могу не дышать? Ух ты! Люди реально тут умирали. Уж лучше под поезд попасть. Значит, звонарь расправлялся с жертвами так же, как пытали ведьм. И почему именно так? Странно, что тут нет прообвинителей, ведь это важная часть истории Салема. Ну, вообще-то, некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху, в кабинете реставраторов, ждут своего часа. Нужно выяснить, что здесь еще есть.
быть полицейским. Целая выставка про смерть. Джой? Я же велел тебе присмотреть за Айрис. Тоже мне начальник. Зато я тут кучу всего нашел. Звонарь убивает жертвы так, как раньше казнили ведьм. Схожу наверх, вдруг там тоже что-то есть. Лучше бы я попросил пойти со мной. Тогда бы ты осталась в церкви. Ты так меня знаешь. Смотри, нет ли где видеокамер и сигнализации. Спасибо за совет. Сегодня я уже не в первый раз куда-то вламываюсь. Ну, вроде мы на месте. Только вот помогут ли эти вещи установить связь убийцы с ведьмами? Эй, Джой, слушай, подними-ка вот эту картину. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. О. Это знак убийцы.
Простите меня. Я и не думала его брать. Постыдилась бы, Бриджит. Хватит устраивать балаган. Вот увидишь, за все эти разговоры с духами тебя точно объявят ведьмой. Сосредоточиться на убийце, но что-то мешает мне. Лезет в глаза и уши, проникает прямо в мозг, будто слышно эхо давно умерших людей, умоляющих, чтобы их не забывали.
Ищи дальше. Тут есть еще что-то. Значит, звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер. Какого боку тут этот чертов Бакстер? Его же понизили и отстранили от дела. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты! Ты вообще не врубаешься! Не врубаюсь. Мою жену убили 3 года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где, да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? 2-3 дня назад. А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся, я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Мы с тобой справимся. Не надо меня подбадривать. Ну, прости. Я не знала про твою жену. Да. Ладно. Будем действовать, исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может, мне удастся что-то раскопать в его квартире. А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копу. Ладно, увидимся.
Жаль, что Салем не славится чем-то другим. Мне тут СМС прислали. У нас еще что-то произошло. Что-то плохое. Я вроде слышала про убийство. Нет, прямо вот только что вся полиция на ногах. Что такое? Не знаю. Видимо, что-то серьезное. Я точно видела полицейские мигалки. Слышали, что тот парень сказал? В церкви Святого Бенедикта что-то случилось. В церкви? Да что ж сегодня за ночь такая? О, точно. Это правда. Кажется, я слышал сирены. Спешка, ребята. Куда это вы? А, нет, нет. Нужно идти домой. Прямо сейчас.
Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Слава богу, ты жива. Нет, нет, Джой! Джой, не надо! Зараза! Лейтенант! Я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики.
этого подонка ничего святого. Тут поработал настоящий монстр. Айрис? Если бы она осталась в больнице, была бы жива.
Будь готов отпустить то, что тебя тут держит. Помни о том, что ты не виноват. Прости. Что ему еще тут было нужно? Этого подонка ничего святого. Как один человек мог сотворить такое? Тут поработал настоящий монстр. Мисс, что с вами? Вы так резко замолчали? Трупы повсюду. Thank you.
гнался за ним. Не за нами. И что теперь я должен ей сказать? Зачем убийца сюда приходил? Защитить Айрис. Правда, не уверен, что Джой от этого станет легче. Проклятие. Thank you.
Ее не назовешь идеальной соседкой. Да и грубовата она немного. Зато комната очень хорошая. Со временем вы поладите. Не волнуйтесь, я умею ладить с кем угодно. Отлично. А вот и комната. Пришли? Отец, что с вами? Беги, беги! Убийца пришел за Джой, а убил Айрис. Этот след никуда не ведет. Так где же Бакстер? Если его здесь нет, значит, ему придется объясниться. Ну что скажешь? Что-нибудь видела? Ну? Тихо, киса. Тихо, успокойся. Это всего лишь тринаронон. Кс-кс-кс-кс. А тут что за хрень? Убийца что-то здесь выронил. Может, кошка сумеет достать? Благодарю. Знакомый дом. Надо попасть в дом правосудия. Как один человек мог сотворить такое? Кажется, нас ждет. Так, давайте сфотографируемся. Нам нужно на торжество. Все заходите. О, Боже. Она жива? Все нормально. Все хорошо, хорошо. Отпусти, отпусти. Он здесь. Что? Эй, послушайте, вам придется уйти. Нет. Нет, нет, нет. Это не характерно для звонаря убийства. Это случайные жертвы. Он охотился на Айрис. В комнате Джой могут быть еще улики.
этого подонка ничего святого. Ты же призрак, вытащи меня отсюда. Давай. Поверь, так будет лучше, правда? Ну да. Но что там произошло? Он не мучился. Ты врешь. Он погиб, защищая невинных, все, что могу сказать. Он погиб из-за меня. Эй. Невменяемость не поможет тебе уйти от обвинения в незаконном проникновении и побеге. Так что хватит прикидываться, ясно? Рекс, отвали от нее, а? Может, объяснишь нормально? Нет? Так я и думал. В участке решим, что с тобой делать дальше. Почему со мной вечно проблемы? Джой, скажи ему, что мы нашли. Они должны знать все. Попробуй его как-нибудь убедить. Куда пойдешь? След убийцы ведет в тот особняк, который мы видели в музее. Расскажи о нем Рексу. Возможно, это логово убийцы. Ладно, попробую. В свои лучшие времена это местечко считалось настоящим музеем. А теперь просто захолустье, известное лишь старыми страшилками. Побывать там и злейшему врагу не пожелаешь.
Так, вот и он, дом правосудия. Ха. А он вовсе не такой заброшенный, как кажется. Лучше бы я был неправ. Твою мать! Это что еще за дерьмо? Что это такое? Свежая краска, похоже, только что написали. Дочка от матери ведьмы сбежала, только сама лишь ведьмою стала. Кара настигнет ее в эту ночь, сгинет в мучениях блудная дочь. Блин, это про Джой. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут все смотреть.
Господи, Бакстер! Я должен был тебя остановить. Ронан? Что за чертовщина? Ты больной ублюдок! Скажи, зачем? Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Ты думаешь, это я, звонарь? Ты что, совсем спятил? Я никого не убивал! Ты должен мне помочь. Где мы вообще? Нужно выбираться отсюда! Нужно выбираться, так теперь мы с тобой друзья, да? Ха-ха-ха. Рассказывай, что тут происходит. Что ты здесь делал? Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Мы с экстрасенсом, с Кассандрой, выяснили, что звонарь охотится на медиумов, а потом берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело, даже после приказа Рекса. Так вот почему ты был в музее. Так кто тебя убил? Звонарь, придурок. Но я не успел разглядеть его лицо. Ты знаешь, где скрывается Кассандра? Она хоть жива? Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна. Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. Стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой: я знаком со смертью. И что-то там вроде: мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Да, я тоже. Придется разбираться, что это значит. Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка. Но я ее не нашел. Ты сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один ты бы так далеко не продвинулся. Ну да, как и ты без помощи ее матери. Так, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Надеюсь. Ты говоришь, что невинна, но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Thank you.
Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты исчадие ада. Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Ложными обвинениями? Что за мерзость ты малюешь? Мой знак, как клеймо, прожжет плоть этого города. Пусть это займет целую вечность, но я постараюсь, чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в Салеме. Стоп. Выходит, мой убийца Абигайль. Она звонарь. Разве это возможно? Нужно выбираться отсюда и выследить ее. Пропал. Значит, все происходит прямо сейчас. Козел, куда ты дел, Джой? Смерти, то есть ее смерти, там, где ее казнили. Речь идет о виселице в музее. Держись, малышка, я иду. Thank you.
Ни одно убийство нельзя оправдать. А когда некий псих начинает убивать людей, руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости, это еще отвратительнее. Джой! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. Нет, только не ты, Рекс. Она тут совсем ни при чем, убегает. Еще как при чем. 300 лет мы казним ведьм, наводящих порчу на наш город. Туда, вниз, идем. Тех, кто заключил договор с дьяволом и обрел силу, которую у обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать ее со мной! Полегче, полегче. Руки вверх, живо! На помощь! Только не делай глупостей. Руки вверх, не шевелиться! Руки вверх! Быстро! Абигаль, стой! Ах ты, сука! Что ж ты делаешь? Не сейчас. Так это все была ты. Ты слишком близко подошел к разгадке. Ронан, сделай что-нибудь! Держись, малышка! Я сейчас. Джой!
все кончено, бегай. Все кончено, бегай. Пришло, Абигейл Уильямс! Нет! Ты проклятье, Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Не может быть! Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй! Я знаю правду о твоей смерти, но до сих пор ничего не знаю о своей. Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным. Самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Для каждой цели у меня был свой убийца, не один и тот же. Бакстер. А зачем ты убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю. Особенно тех, кто подошел близко к разгадке. В той комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что ты убила меня? Я не мог. Нет, этого не было. Да я бы в жизни. Ты
ты и сделала меня убийцей. Ну ничего, ты отправишься со мной. У всех в душе есть темный угол, иногда это очевидно, иногда нет. Если повезет, в этот темный угол никто не заглянет. Перед законом Райхс был убийцей, но закон зачастую слеп. А Джой все знает. Она ни за что не станет обвинять Райхса. И, надеюсь, поможет ему скрыть улики. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Девочка достойна прощения. Она его заслужила. А мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать, на это даже самые суровые копы закроют глаза. Звонарь перестал убивать после того, как с Абигайль было покончено. Но его дело так и не закрыто. Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Салем ждут лучшие времена. Смерть – расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я в это верил. Но оказалось... Жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен. До конца. Только тогда сможешь двигаться дальше. Ронан.